Привет, дорогие друзья, с вами Скелетор и... И Тимон, всем привет. И вот, и мы играем на таком замечательном сегодня проекте под названием Stalcraft, вроде бы. Да. Да. Ну вот, IP этого проекта будет в описании. Мы играем на сервере демо. Сервер демо что-то вроде бесплатный, только тут ограниченные возможности. Одна локация, насколько мы знаем. Да. И меньше заданий, мутатов, конечно же, меньше. Ну вот, но мы играем пока что на демо, чтобы зацелить этот проект. Ключ стоит 100 рублей, если что, так что можете купить, поиграть, вообще классный это проект. Это полный, короче, полный доступ, так сказать, к серву. Ну вот, мы взяли уже пару заданий, спасти музыканта, давай пойдем его выполнять. Ну давай, собственно, пойдем, да, кстати, ночка мне как-то не по себе, тут так темно прям. Ну это не ночь, это дождь, типа. Типа дождь, понятно. Нужно вот сталкеров этих еще, ну, игроков точнее, опасаться. Опасаться, он не убьет? А что он делает? Убери, мне кажется, что... Убиваем. Все, готов. У тебя пистолет, да? Стой, подожди, ты можешь меня обыскать? Сами. Я там сдох. Обыскать? Так, ПКМ обыскать, да. Подожди, стоп. Не бери мои вещи пока что. Или не можешь просто... А нет, чтоб... нет, не могу, ты не ну значит, ну, типа тут так, типа, ну вещи так вещи, короче. Или присесть, ну, о, тут на контрол так приседать, прикольно. Мне кажется, или уж... Так, ну ладно, собственно, я тебя жду тогда. Ладно, я уже подхожу. Ну, прикольно, вот, чем понравился нам этот серф, собственно, ну, точнее, тебе, и, собственно, потом мне понравилось, то, что здесь все свое. Так, это ты, да? Нам мне в скайпе позвонили, ну ладно. Так, вот, я могу свои вещи брать. Можешь пойди, отойди, пожалуйста, просто я не знаю, как взять. Хорошо, просто отойди. Я сейчас буду выкидывать. Смотри, кто-то еще выкидывается, вещи классные. Как бы у них тоже анимация выкидывания вещей. Ладно. Ага. Фух, конечно, это задание. О, кстати, вот, ты хотя бы посмотреть аномалию, сейчас увидишь. А, да, точно, аномалию, блин, прикольно. Давай посмотрим, где они есть тут. И зрители тоже посмотрят. Ой, там, тебя... стой, бежишь, аккуратнее, видишь, там какой-то Ашот бегает. Да, так, мне пистолет взять в руки? Я с ним договаривался на мир, это если это Хантер или как-то так него. А, вы мир? Да, сейчас ну напишу. Да, это Хантер. Да. Подожди, мы к бандитам. Так вот, ребят, довольно-таки плохо то, что здесь можно убивать уже, но... Ну да, вот был бы какой-нибудь PvE сервер. Угу. Тупо квесты выполнять. Ну, на самом деле, есть такой серф, но там меньше так работано, то есть... Я даже боюсь на него смотреть. Вам помочь? Давай, слушай, нам нужна сила, просто там бандиты, я говорил, что сильные. Бандиты, то есть модельки, да. Но, понятно, то есть не игроки. Ну ладно, собственно, давай идем дальше, там далеко идти, не знаешь. Там не так уж и далеко, мы уже, можно сказать, сейчас скоро будет. Держите, держите, стоп, он что-то... Лучше уберу, так... Так, это он, да? Да. Ух ты. Ну-ка, я... А как подбирать? А, просто подбирается. Так, а как выкинуть, если что, тебе? Это патроны пистолета. Да, возьми половину. Так, ну, собственно, погнали. Спасибо. Так, ну давай, погнали тогда дальше. Так, где-то... Вообще у него... Смотри, вот аномалия, стой, не подходите. Ага, вижу. Вот анимация, типа, да, такой дымок. Да, это и есть аномалия. Блин, ребята, очень круто, ребят, выглядит просто вообще замечательно. Сейчас, кстати, давай ему скажем, мы записываем. А, ну, напиши, да, пусть знаю, как бы. Он их завалит, типа, а мы все возьмем. Да, кстати, вот еще трупак остался. Вот очень... не спрашиваю, что под этим мостом, просто ужас радиации, еще это электрическая аномалия. А где уже, значит, радиацию, то есть... А радиация у тебя сзади чел. Сзади чел. Что будем делать? Ну пока ничего, с нами хорошая вооруженная сила. Я мир. Так, ну собственно, а где ты узнал про этого Хантера? Откуда он вообще? А, я пока тут тебя ждал. А, понятненько, то есть договорился. Так, да, ну договорился что на мир первый раз. Хорошо. Понятненько. Так, дальше-то что? Ну да. Вот, стой, видишь, эти здания там уже это АТП. Ребят, вы в скайпе есть? Давай потом после записи с ним уже поиграем, как бы. Да, давай, кстати. С неохота. Есть. Скажем, через... Чуть позже, короче, просто. Да, скажем. Так, ребят, вот смотрите, еще как бы блоки так. Опа, то есть не нужно прыгать. Очень круто сделано. И не лагает даже, тут Optifine есть. Ну, собственно, все вообще баги исправляют, сервак уже делает. Сейчас он тут всех порешает, что я сказал. Так, погоди, это он пошел? Да, это он пошел. Там бандиты очень ловкие. Вон, тут. Вот. Ничего себе, хорошая реакция. Откуда у него все, вот эти все пушки? Ну, стой, подожди, не иди. Там бандиты очень быстро тебя замочат. Там выстрелы 5, чтобы убить.
А, вижу, ну, вижу. Так, лучше, может, это, патроны взять, так, на всякий да, случай. Да, лучше так с патронами стоять. Еще перезарядка на букву R есть. Хотя сейчас патроны есть. Если у тебя голод такой, знаешь, где вилка с ложечкой, у тебя голод где-то? Вилка с ложечкой оранжевого. Оранжевого, ты можешь поесть эти, ну, значит, надо поесть. А поесть это вот. Да. Подожди, чё-то, я не вижу. Блин, знакомый чё-то, я не вижу. Что ты не видишь? Это, ну, это Бандиуэль или как-то так? Бандиуэль, вот точно, вспомнил. Да. Так, еще походу нужно слушать. А там один водитель, давай, пускай выкинут. Не, ну он добрый игрок, он... О, твою. Так, все зелененькое у меня. Так, погнали дальше. Аккуратно, так, они они могут выскочить просто незаметно. Так, вон. Так, это бандит, да? Да, стой, не попади под его линию огня. Я не попадаю, я так сзади стою, на тоже цель. Вот с такого автомата секунды 3, 2 секунды вот тебя все завалит. Понятненько. То есть, вот это в может... этом здании должен быть, вот, который я смотрю, там и должен быть нас человек, которого мы должны спасти. Понятно. Так, так я ничего. Не помню, я не знаю, сколько времени возрождения в NPC. Сейчас напишу. Так, ой, я пистолет класс. Выкинул. А все. Тихо. Денежка. Потому что я забрал. Я нашел 2 пятикратки. Так, ну я лучше буду рядышком с ним ходить. Да-да-да, подождите видео. Так, сейчас. Туда, всё. 10 рублей, монеточка, 10 рублей. Стой, слушай, стой. У меня она не подобралась, она я тебя? Я взял, сейчас, подожди, потом ага, найдем. Отлично. Стой, давай идем к сталкеру, тому, которого нам нужно спасти. Сейчас окей. Мы должны спасти музыканта. Мы должны спасти музыканта. Ну, сейчас здание сложно будет. Ой, слышал? Что слышал? Мне сказал, ну... Сзади! Чего? Да, сзади бандит. Какой-то босс. Ой-ой, тихо, я чуть тебя не выстрелил. Мне все жизнь хорошо, что я не нажал кнопку. Так, дальше что? Он в этом здании должен быть. Слушай, тут что, русские ники можно делать? Подожди, он сказал, что в здании трудно будет. Ну да, я понял. Аккуратней. Ох, ты ж меня убили. Ай, так, возвращайся, возвращайся. Возродиться там, просто нажимаешь. Ага, понял. И тоже тем же самым путем. А тут всегда вот на этом месте возрождаешься. Меня тоже убили. Я до этого места не доходил. Так, был застрелен Хантер. А, так и я был застрелен. Так, ну слушай. Мы, наверное, под его линию огня попали. Не стой, на месте побежали. Тебя нажму на паузу. Так, ребят, мы продолжаем, собственно, я выполняю... Как ты обыскал? Что? Как ты обыскал-то, я не получается. А, ну, короче, смотри, заглядываешь, да, там вещички. Как? Ты кликаешь... Не-не-не-не, прав... я кликаю, не получается. Ты... Правой кнопкой мыши. Мне просто не получается обыскать, потом я... Так, и что теперь? Я поговорил. О, спасти музыканта выполнено, круто. Нужно теперь к Сидоровичу за награды, я так полагаю, идти. Так, это, походу, мне... А, так у меня вещи взялись, я не заметил. Так, оп. Все, я теперь с автоматом, я такой опасный гангстер. Автомат? Так, слушай, куда мне идти? Где а, ты? Может, патроны выдали сразу же? Оп. Посмотри в инвентарь, тебе выдали какие-нибудь новые вещи? А, новые вещи? Так, сейчас. Да нет, не выдали. Ладно, значит, пойдем к Сидоровичу. Ты где? Эй, Сидоровичу, боже, я в этой деревне, как мне дойти? А ты где? Ну, в этой деревне. Ты в этой деревне уже? Ну да. Да вот ты, это не а та вот, деревня, да. Это АТП, запомни. А так, там деревня новичков. Ну сейчас идем, короче, к деревне. Возьмем награду, я не знаю, что дадут, конечно. Но задание такое сложненькое. Понятно. Я еще смотрел, короче, анимацию, ну, когда эту группу разрабатывали. Там они прикольный фонарик изобрели, то есть можно модернизировать оружие, там представлять фонарик к оружию, и так типа ага. Будет работать. Не, ну слушай, круто очень прям, вообще. Угу. Вот оружие так, это, забыл, М-ка вроде бы. Называется старуха. Так, на этот раз в аномалию поднимись. Так, смотри, ага. Смотри, монетка. Чего-чего? А как ты ее нашел? Десярик, я не знаю. На, просто мне... обыскал его? Мне о, слушай, у него фонарик есть. Все, я забрал себе. У меня две штуки, смотри. Как фонарик включить? Стой, как ты обыскал? Я не понимаю, стоп. Я тогда могу... О, свой... монетка, классно. Как ты обыскал? А, ну, короче, смотри, вот я беру, убираю из этого. А, пустые и руки. Просто рука, да. Ну, ой, все, кто? Все. Хантер. Блин, я испугался. А, все, понял, ладно, хорошо. Нужны пустые руки просто. Да, да, да. Тогда я могу взять свои вещи.
Ладно. Так, а фонарик, он как вообще включается? Трактор мышь или зарядка нужна? Опа. Нет, зарядка, походу, нужна, да. Ничего себе, ствол уйдет. Ребята, смотрите, 10 рублей, блин, реально вот настоящие. Спасибо. Он мне дал так. Стволыку прямо, знаешь, красиво. Ствол? Это... А ну какой он тебе дал? А, понятно. Винтовку такую, типа. Ну, это дробаш. А, дробаш. 23 трупа! Боже, в этой аномалии. Ну, ты уже по нубству, на самом деле. У меня есть так. Два пистолета, если что, могу дать, если у тебя нет пистолета. Да не, у меня есть пистолет. Ну, конечно, нормальное развитие началось. А, еда. Да. Еда. Слушай, да, точно, оранжевенько. Ну, я думаю, да... А, слушай, тут это уже не регенится. У нас уже есть 50... У нас есть 50 уже рублей, ну, на счету. Изначально. Ну, у меня вот десяточка есть. Ох, сколько мне еды дал он. Так, сорян, я сейчас зайду, ты продолжай запись. Да. Так, отлично, у меня уже 17 еды. О боже. Так, ладно, аккуратненько все обходим. Так кто у нас, Тимону тоже дали еду, я так полагаю. Все, можно бежать к Сидоровичу. Так, все, тут, короче, продолжаем. Так, ну чё, а ты уже в деревне, да? Я в деревне. Так, все, я бегу. Это к Сидоровичу. Тут обычные жители, вижу, есть. Так, он тебе еды дал? А, кто? Этот, чувак. Чувак, нет, он мне ничего не давал. У меня еще есть тут немножко еды. Так, ну чё, так, я думаю, к этому... Есть... Стоп, всем пожалуйста, сталкер, укладываю хабар. Так, и как тут? Я к тебе... Так, тренировать? Ну вот, я зашел. Пошел я, хрыщ старый. И для меня работа. Тут деться не пыльность, нужно найти 3 артефакта мне. А, не, мы же не у Сидоровича брали задание. Точно, а у кого мы брали? Мы у волка взяли задание. Скелетов. Точняк. Блин, иди теперь в эту деревню. Я думаю, в принципе, первый квест мы выполнили. Думаю, можно закончить. Ну давай сейчас возьмем награду, мне просто интересно. Так на запись тоже будет классно. Так что, ребят, проект будет в описании. Заходите, тоже играйте. Вы нравитесь сталкерам, вас начинают уважать. Завершить. Так, отношения с одиночкой увеличились на 100 очков. Вау, мне что-то дали. Слушай. А, вот это дробовик или что это? Да, тоже дробовик дали. БМ-16 и патронов. И патрульные. Ну ладно, в принципе... И следующее задание, ну что? Можно продолжить следующую серию. С вами был Скриптор и... И Тимон. Всем удачи, всем пока.